Всем добрый день, с вами Галина Колосова, специалист по эмоциональной ароматерапии. И сегодня мы вместе соберем композицию, чтобы быть привлекательной, чтобы нравиться мужчинам. Ее можно использовать как и для новых каких-то знакомств, также для свидания с собственным мужем, чтобы чувствовать себя неотразимой, прекрасной и невероятной. Но прежде чем мы приступим к композиции, я напоминаю вам, что уже с понедельника стартует марафон по духам, где вы под моим руководством будете составлять разнообразные композиции на масле, на спирту для улучшения тех или иных сфер жизни и для того, чтобы усилить нужные качества, например, стать увереннее, стать женственнее, добавить себе больше энергии, справиться со стрессами и так далее. Под этим видео вы найдете ссылку на марафон. Вступайте в чат марафона, не говорите потом, что вы все пропустили и ничего не успели сделать. Итак, для композиции я выбрала масляный вариант. Я буду делать вот в таком вот флакончике на 5 мл. Я уже заранее залила сюда фракционное кокосовое масло от doTERRA, примерно 3,5 мл. Я начинаю собирать нашу композицию с нижних нот. Для этого я возьму 2 капли масла кедра, которые закрепят наш аромат, придадут ему некую целостность и устойчивость. Кедр очень густое эфирное масло, оно медленно капает, как вы видите, поэтому наберемся терпения, сейчас дождемся, когда 2 капельки капнут во флакон, и можем переходить к средним нотам. Такое пограничное масло между средними и нижними нотами, это Пало Санто. Мне очень нравится его фруктовый аромат, поэтому я добавлю в эту композицию также 2 капли Пало Санто. Тоже очень медленно у нас капает, так же как и кедр, поэтому набираемся терпения. После того, как я добавила Пало Санто, я хочу взять вот такой вот жасмин тач на масле, я еще их не использовала в своих роликах серию Touch. Я открываю жасмин вот такой вот крышечкой специально. Эту крышечку я получила в подарок при заказе на Вайлдберри флакончиков для эфирных масел. Открываем. Я уже заранее подцепила крышечку. Так. И мне понадобится вот такая вот пипетка стеклянная. И этой пипеткой я отмеряю 20 капель жасмина Touch. Далее я хочу добавить сюда еще цветочных масел дополнительно. Жасмин напоминает очень сильный афродизиак. Это масло, стабилизирующее наше эмоциональное состояние. Масло, активирующее эндокринную систему. И к нему я хочу добавить для ощущения уюта, комфорта, безопасности масло ванили. 3 капли. Этого будет достаточно. Теперь я хочу добавить сюда еще одну каплю корицы для энергии. Если вы застенчивая девушка, если вам трудно разговаривать с мужчинами, если вы испытываете неуверенность, возьмите побольше корицы, 2-3 капли. Я возьму 1 каплю, мне этого достаточно. Теперь пришел черед верхних нот. В качестве верхней ноты я выбрала мужское цитрусовое масло, масло бергамота. Но я напоминаю, что сейчас может быть жарко, да, сейчас лето, масло фототоксичное, поэтому эти духи мы наносим на себя вечером, когда уже нет активного солнца. Допустим, если вы идете со своим любимым мужчиной в ресторан куда-то, да, не нужно наносить на открытые участки кожи и потом выходить на солнце, чтобы не было солнечных ожогов. Для этой композиции я беру 7 капель масла бергамота. Если бы мы делали композицию на спирту, нам нужно было бы ее настаивать. Но поскольку мы делаем на масле, то она уже готова. Я
покатаю ее в руках, сделаю маленькую настроечку. Здесь желательно представить себе желаемый исход от общения с мужчиной, что вы хотите. Может быть, вы хотите получить заветное предложение руки и сердца или как-то улучшить отношения с уже существующим партнером и так далее. То есть здесь очень важно настроиться, представить себе то, что вы хотите. Я сейчас не буду этого делать, но я надеюсь, что если вы за мной повторите эту композицию, вы это обязательно сделаете. А я сейчас хочу протестировать, что у меня получилось, достаточно ли мне всех компонентов. Для этого я наношу получившуюся комбинацию на запястье. Очень нежный получился аромат, цветочный, легкий, напоминает мне даже какой-то известный парфюм. Старинный, но я не могу даже сказать, какой. Мне очень нравится то, что получилось. Это очень вкусно. Попробуйте. А если вы хотите научиться составлять композиции, не просто составлять их красивыми, но еще и прогнозировать психоэмоциональное действие, приходите на марафон. С понедельника стартуем. Будем разбираться во всех тонкостях, хитростях и нюансах парфюмерного искусства. Жду вас!